Привет. Ты город исследуешь? Есть много интересного. Птицелов будет рад тебя видеть. Он совсем не изменился. Вот и ты. Что тебе надо? Да посмотреть на тебя хочу, пока ты цела еще. Доган надеется на скорый платеж. И он его получит? Да, разумеется. Беги давай. Выходим, значит, из колонии, а глушим у другу носа не кажем. Эй, мама, как дела? Намного лучше. Ты же теперь с нами. И, кстати, мне сейчас как раз нужна твоя помощь. Я иду к Птицелову. Да, я слышал. Как по мне, старик может подождать, но это уж тебе решать. Найдешь меня по отметке на карте.
Тише, тише. Дверь-то пожалей. Ты все так же нетерпелива, Фей. А я думала, ты спишь. Старики любят поспать. Полегче, девочка. Прощайте 2 года тишины и покоя. Я тоже скучала. Но и хотел, чтобы я тебя проверил. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. Сама себя и проверишь. Ну, хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа. Слезай. Крысы крылатые. Покою не дают. Но все же есть от них польза. Ты все так же нетерпелив. Верно. Так что рыбак рыбака. Иди теперь. Покажи другим бегущим, что и от тебя польза есть. Рад, что ты вернулась. Я так думаю, Птицелов вызвал тебя на рывок. И даже догадываюсь, на какой. Я так часто его проходил, что с закрытыми глазами смогу. Самый лучший. Главное — дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Thank you.
Я вижу твое время на пульсе, Фейт. Неплохо. Хорошо, что ты еще в форме.